Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Решил я вот прогуляться вечерком к Царь-Сосне, национальный парк Припятский. Находится она недалеко от дороги, трассы Турова на Лельщице, которая идет. Находится она за канавой. Была канава выкопана при царе. И сейчас она уже самотеком с болот воду сгоняет. Здесь вот у нас дорога идет с Турова на Лельщице, мостик через канаву и дальше тропа к Царь-Сосне. Где-то километр 4-3 от трассы. Пойдем прогуляемся. Сейчас уже 6 час вечера. На уходе такая вот у нас черепуха висит, наверное, с лося, а может, с кабана, то что от чумки подохли кабаны в том году позатом. Вот туда-сюда машины ездят. У нас национальный парк Припятский, тут такие вот завалы вокруг, гнилые дубы лежат. Так, национальный парк Припятский, Озеранское лесничество, Гонера леса, телефон, где можно информацию знать. А видно такие лавочки с дуба. Ну, здесь валяются мертвые дубы. Все вот пни старые, наверное, сантиметров под 60 диаметр. Вот указатель Царь-Сосна. Возраст 300 лет, высота 24 метра, диаметр 124, 1,5 километра, а думал километра 3, 1,5. Только что здесь указатель обратной дороги показывали, неправильно поставили. Находится она по этой вот тропе. Тропа идет вглубь леса, а там пару низин перейти по мостиках через старинные каналы, которые каналы при царе копали. Весь путь я буду снимать без вырезки, чтобы кто захочет прогуляться, особо не заблудился. Солнце уже на горизонте почти село. Еще до темноты час где-то, 1,5. Как раз ходим туда и назад. Вокруг тут лес таки дикий, поваленный. Опа, ветки.
дорога такими вот деревьями была перевалена, видать. Лесники попилили. Сейчас у нас 21 января, на улице тепло, наверное, плюс 5, на днях было до 12 тепла, пчелы мне летали немного, одна семья походу пропала, ну как почти пропала. Вокруг вот находятся болота, низины, это получается длинный такой остров, он доходит до болот углом, а там уже полностью болото вокруг. Ну чтоб добраться до сосны, проложили мостики небольшие, мы их скоро проходить будем. Там же от мостика недалеко и до сосны. Да, видно, вот просека была туда. Идет. И множество ясеней поваленных. Все это добро тут у нас. Гниё лежит, короче. Брать нельзя. Вот завалы, пропадает много древесины, это вот, наверное, грабы или ясеня, грабы похоже, такие вот деревья, это живое красивущее такое дерево, на камеру то не передашь, гора прикольная, покрытая плесенью зеленой. Вот дерево за гладкой корой. Ладно, пойдем дальше. Кабаны походили, раскопаны, дикие. Хотя 2 года назад была чума эта свиная, тут много пропало их. Мы большинстве не от чумы, а потравили кабанов этих. Ну опять видно развелись, с Украины пришли. Береза над дорогой нависает, над тропинкой. Тут сразу вот и болото. Здесь перешеек узкий получается, метров, наверное, 30. Там проходит болотянка такая длинная, к той канаве, с которой мы заходили. Длинная болотянка. В канаву тоже впадает. И здесь вот тоже с двух сторон болота, места интересные. Эти острова выходят далеко,
хорошая туда аж на Столинский район. Это из Жидковицка, получается, на границе с Лельческим районом. Это место на 10 километрах от Лельческого района, даже меньше. А в ту сторону уже пошло, это туда уже Столинский. И вот туда, в сторону Столинского, она можно болотами этими и дюнами выйти аж к Давидгородку, к Ольшанам туда, в эту сторону. Если идти, можно составить маршрут. Уже видно, вот весенние эти лещина, орех, короче, лесный, пыльцу пуская. Вот на камеру не видно, наверное, будет. Вот пыль, уже пыльцу лещина пускаю, уже почти отцвела, кстати, немного осталось. Пчелы вылетали, а то не заметил, пыльцы не видно было, чтоб приносили, но летали куда-то. Что-то где-то было только что. Высохшие деревья, но после засух сосновый пилильщик поточил дерево. Вот через нашу низину, это уже заканчивается этот остров, по которому мы шли, полностью болото упирается. И сюда дальше налево, получается, мы пошли. Вот такой вот мостик лесничество сделало. Здесь он уже в два слоя, наверное, или в три, этот мостик. Ну, в этом году немного воды налило. Провалился уже на стыке. То, что ходил я осенью, то меньше воды было. А сейчас уже вот более стало. Те года тут глубоко было, метра по два. И видно течение. Оттуда идет сюда. Потом оно проходит туда, так по кругу, и по той стороне острова упадает в канал этот. Видно, вот там старая каналка. Ладно, пойдем дальше на сосны. О! Если бы я не говорю, наверное, зверя встретили. Где-то затрещало, туда прибегло что-то. Наверное, лось. Или кабан. Сна упала. Ладно, будем тихо идти. Может, зверя убачим, яку. Подкрадемся тихо. Или лося, или кабана. Так, где-то наша тропинка немного сворачивает. Вот когда перешли мостик, она начинает больше вправо заворачивать за мостиком этим. А потом резко влево идет. На остров, на канал. На каналку там. Канал не больше. А потом уже к Царь-Сосне пойдет дорога. Получается, влево туда сворачиваем, а туда еще остров пошел дальше вправо за этим мостиком, и там через перешейки перебраться, через болота можно выйти туда в сторону Давидгородка. Там лутки, потом шахта, там село называется Корочище,
Короче, болотами туда зайти можно. Рычок. Это затура вам уже пошло. Там рычок. Рычок, лутки, короче, этими вот. Так мы и шли в конец острова, зашли. Потом через этот вот мостик. Если пойти нектар сосне влево сюда, по тропинке, а дикими местами направо, там через болота и через острова можно добраться. Вплоть до самого Давыдгородка. Ну, если кто не знает, лучше, конечно, не лезть без этой навигации. То, что заблудиться можно. Места у нас глухие. Вот, пришли мы на следующий мостик. И здесь больше такие разветвистые болота. Протоки, вернее. Это вот каналка у нас тут. Протекая такая. Туда пошла. Ну, это в сторону, как я говорю, этих коротич. На Столинщину туда пошла канава такая вот. Конкретная. А в эту сторону она впадает туда, в этот канал, что возле самой дороги. Называется он Бычок у нас. По-старинному. Не знаю, что назвали. Ну, хорошее такое название. Это туда впадает. А та, что там только что переходили, по другой стороне островов течей упадая уже с другой стороны немного. Такая вот вода, ручьи, там плотина бобра. Он хотел по плотине идти, но не понял. Вот, протока, водичка течет. Самая чистая вода с болот. Вот здесь после мостика немножко в гору подъем. Небольшие такие. Тут кабаны поработали. Уже немного назад вернулись, походу. Разводиться начали. Вот мы, получается, от дороги идем. Уже 18 минут. И с них немного мы останавливались. Вначале там стояли, говорили. Ну вот если быстрым ходом до сосны получается, ну, 20 минут хай. Уже осталось недалеко. Здесь раньше вот я ходил летом тихенько, когда шел сам, то куницу бачу. Она испугалась, меня начала шипеть, убегать. Потом залезла на дерево и на дереве сидела куница. В описании под видео я оставлю эти координаты. Координаты самой царь сосны и координаты входа сюда с трассы и двух этих мостиков. Ну, второй не знаю, я со спутника вычислю, не вычислю его, но постараюсь. А первый тут он немного просматривается так по памяти. Здесь получается острова тоже идут, вот болота вокруг видно. Солнце он уже за деревьями светит в центре кадра. На посадку пошло. Назад уже будем идти в темноте. Думаю. Сейчас вот еще пару минут. Вон сосна видно наша. Вон в центре кадра. Сосна большая. Уже да и не раз ходил. Так, ради интереса прогуляться. Обычно вечером. Да. А днем-то не интересно по лесу ходить. Я люблю вечерами уже. Когда солнце на посадку заходит, то поинтереснее в лесу. Ветер сейчас западный, таки, ну холодный немного. Наверное, уже градуса 2 будет тепла.
Может, каких-то... Тут такие вот лесок вокруг. Красивый. Здесь, кстати, тоже этим островом можно там переходить. На острова идти. Это туда, в сторону Столина, получается, эти мерлинские хутора. По, короче, Столинщине. Это вот кабаны покопали дикие. Площадку такую. Сюда туристы много ходят, так кто не ленится. Вот, пришли мы до Царства Сны. После этого мостика, что второй перешли. Получается, она метров где-то 300. Примерно. Сюда. Вот видно, там вот лес такой идет. Это где-то от того леса до сюда. Ну, метров 300 будет. Царство Сна огромнистое. Ого. Получается. Если вокруг шагами обойти, метровыми даже, то получается метр, два, три, четыре, пять, шесть метров, даже шесть с половиной. Ну, если плотно брать по окружности, 6 метров, наверное. Она такая крепкая, в одном месте только он немного подгнила, не сильно так. Здесь видно гнездо какое-то. Может, какие эти живут. Ёжики. Наверху колоды старинные стоят. Видно. Сниму немного вот со стороны. Наверху видно 2 колоды. Конечно, можно их подремонтировать было, да. Пчелы, чтобы туда заселились, но туда страшно лезть это. Наверное, метров около 20 высоты. И веток мало. Только если через ветку перекидать крепкую веревку и забраться туда. Даже вот за 1,5 километра слышно ездит Глушкевич. Под украинской границей мазы щебенку возят, то стукают колеса с телегами даже отсюда. Ну вот такая вот у нас достопримечательность. Национальный парк Припятский, Жидковский район, Царство Сна. Еще есть Цардуб, ближе туда к деревням, к Турову и к Озеранову, наверное, километры туда ближе, но от дороги идти до его дальше и труднее найти. Вот до его я сегодня хотел сходить, но там лес больше дремучий такие, старый, то хотя и тут он не молодый, тоже старые деревья. Но там как бы темнее раньше немного. То, что большие деревья вокруг и густо сильно. Болот так нема редких, а густое все кругом заросшее. А тут вот более-менее так свободно можно идти. Кто собирается сюда летом приехать, то берите или этот комарей спрей, или на комарник, кто химией не любит пользоваться. То, что тут комары зверские получаются у нас, как воробьи. Вот того гриб трутовик растет. Кто-то его ножом поковырял. Там мусора понакидали, бутылка с водой. Вот еще у нас один грибок. Во, воля. Кто-то, короче, ножиком на стволе, на старом, он мертвый уже, вырезал. Кто свое творчество знает, пишите в комментариях. Вот его гриб. Кусок отломанный, а этот целый, крепкий такой, красивенький, гладкий. Наше Царство Сна, а рядом такое вот болотце, сейчас покажу. Тоже интересно, не только на деревья глядеть. Залезем по бревну, вот бревно в болото заходит сюда. Залезем, короче, на это бревно, опа.
такое вот болото. Немного воды налило, было менее. Если не ездить, тут мазать сюда. Полнейшая тишина. Солнце уже село у нас. Сейчас еще немного поснимаем, да надо возвращаться уже. Обратно дорогу снимать не буду. Кто дойдет сюда, тут и обратно дойдет, думаю. Мне тут больше нравится не сама царь сосна, а вот это вот место красивое такое. Тут болотянка, она туда пошла таким. Там дальше Чирот, каналка протекает. И такая вот красивая панорама. Был бы дрон, полетали бы над болотами этими. Может, когда приобрету, то буду снимать местность с высоты птичьего полета. Красиво было бы поглядеть сверху. Такая вот панорама. Так, перепрыгиваем к берегу. Опа. Вот наша царь сосна со стороны болота. Конечно, красивая. С собой метру не брал я рулетку. Померили бы точно сколько. Ну, толстая, короче, сосна такая. Метровый диаметр. И высокая. Ровная, красивая. Ну уже от его ветки сверху опасно немного. Того сухая висит. И вон сухая, и щедно. И вот. Много уже обсохли нижние ветки, вот видно. Верхушка только живая самая. 3-4 ветки. Сильные такие, толстые. Вот возле улья одна. Возле улья. Слева, справа живая. И верхний ствол пошел, такие развивающиеся. И справа за ульем, там он видно тоже вот это вот. Такая вот рогулька, тоже живая. Все остальные вот это вот сухие. Так что если кто будет тут ветер, то глядите, чтоб на голову ничего не упало сверху. То что ветер на погоду, бачите, вот все вокруг повернуто. Ладно, буду я, наверное, заканчивать уже. Вот на расстоянии 20 метров царь сосна выглядит так вот. О, высокая, здоровая, красивая.